Друзья, тренируюсь, поэтому возможности отвечать на ваши вопросы нет. Пишите ваши вопросы в стационарных постах, здесь, на YouTube, ВКонтакте. Вес на самом деле небольшой. Сейчас на штанге 125 паундов всего. Это блины для кроссфита, поэтому кажется, что много. Так что не пугайтесь. Вес детский. Да, повторяю, не пугайтесь, это блины для кроссфита. Вес на штанге сейчас всего 145 паундов. Вот, видите, крайний блин 10 лб. Он тонкий. Вот потолще блины, это по 15 паундов. Поэтому на самом деле пугаться нечему. Удобно просто такими блинами на самом деле тренироваться. Особенно, когда обучаешь новичков, парней, девчонок делать становую. Блины имеют стандартный размер и очень хорошо, чтобы когда тренируешься, блин, тормозишь маленько. И очень хорошо отрабатывать технику, именно легкий вес получается, но стандартное положение грифа относительно расстояния от пола, а это очень важно соблюдать. Ну что, сейчас сделаем подходик на 145 паундов. На самом деле это даже не 70 килограмм, наверное. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-середнячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней,
отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.